Всем привет, это Костик, и сегодня в очередной раз я хочу поделиться с вами радостью от совершения новых покупок. На этот раз я приобрел цифроаналоговый преобразователь и волокнооптический кабель. Все это необходимо мне для того, чтобы подключить сабвуфер к телевизору, как я рассказывал ранее. Итак, открываем. Вот как у нас выглядит цифроаналоговый преобразователь. Так, к нему у нас тут есть зарядочка. Пойдет он у нас к USB-разветвителю, вот, который я показывал в предыдущем видео. Так, и что у нас тут? Что-то еще есть. Эх, одной рукой неудобно. А, розеточка тут видно. Так, все. Так, и вот, собственно, сам кабель, который будет идти от этого преобразователя к телевизору. Сейчас я все это подключу и посмотрим, что получится. Ну вот, собственно, что у меня получилось. Как вы видите, сейчас я на пульте, вот, опускаю до самого нуля. То есть звук с телевизора сейчас не идет. Звук идет с сабвуфера. Вот ставлю на ноль, его нету. Вот, также AUX Input Modder использовал. В телевизоре ничего не пришлось настраивать, просто вставил кабель и все заработало. Получилось вот у меня спрятать провода опять же внутрь. Вот он стоит, цифроаналоговый преобразователь. В него вставлен кабель, который вот ранее был вставлен в компьютер, потом в приставку от кабельного телевидения. А внутри, с обратной стороны там USB и вот этот вот волокно-оптический кабель. Вот. USB я не стал вставлять. USB-разветвитель, потом вспомнил, что в телевизоре у меня тоже есть USB-разъем. Ну, как-то вот так вот, особо вот, сейчас издалека покажу. Провода не торчат спереди, чисто вот от сабвуфера к шлему, к колонкам. А так все за телевизором, очень удобно. Также теперь я вот могу попробовать поиграть в PlayStation 4. С сабвуфером. Вот сейчас попробуем. Итак, вот я запустил PlayStation. Сейчас сделаем на сабвуфере звук погромче. Вот так, на 18-20 пускай. Также вот это пускай на тройку. А саб на максимум. Посмотрим, будут ли какие-то изменения. Запускаем Mortal Kombat. Ну, вряд ли вообще в этих играх предусмотрены басы, мне кажется. А так, если есть, то прикольно будет. Так, загружается. Сейчас попробуем, наверное, сюжетку включить. Итак, запускаем завоевание. Во, прям звук такой прям сразу. Сюжет. Уже даже вот просто при нажатии на выбор режима звук чувствуется. Есть басы. Так, включаем первую главу. Посмотрим, как вот будет видеоролик идти. Так, я сначала включил, что-то не обратил внимания справа, какую часть главы. Там в каждой главе по 4 части где-то. Или по 3. Во. Во. Ништяк. Есть звучание. Сейчас. Во. Вот так играть в PlayStation будет интереснее. Такие звуки.
появились, которых я ранее в этой игре не видел. Ништяк. Так, а теперь попробуем запустить бой. Обычный. А, ну он сейчас, в принципе, будет вот с Люкенгом. Как будет звучание? Путь подставлю. Ну-ка. Во, прям звуки от ударов такие. Через сап. Клевые получаются. Ништяк. Вот это круто!